Здравствуйте всем! Сегодня мне снова пришел заказ из магазина «Заказ мама. Товары для детей». На этот раз я заказала комплект пеленок. Посмотрите, пожалуйста, какая аккуратная коробка. Все красиво запаковано. Она целая. Начинаем вскрывать. Вот тут даже аист есть. Коробка аккуратно запечатана, все проклеено скотчем. Но в то же время очень легко можно все это вскрыть. По-моему, немножечко клеем. Итак. Наши замечательные пеленки. Достаем. Так, это, я так понимаю, пеленочки у меня. Посмотрим, здесь у нас находится внутри накладная. Я заказала 4 ситцевых пеленки 80 на 110, 2 ситцевых пеленки 80 на 120 и теплые фланелевые пеленки. Посмотрите, вот они, пеленочки, запакованы в индивидуальный мешочек. Зайчик смешной. Красивые, глаженные, чистые, очень яркие. Отлично. Второй пакетик. Пеленка. Здесь уже лежат только фланелевые пеленки. Здесь их 5. Раз, в этом два, первом мешочке была 5, еще 5, шестая. 5. То есть 6 фланелевых. Посмотрите, как они аккуратно упакованы. В каждой пеленочке прикреплен бумажный ярлычок, который легко убирается. На нем содержится вся информация о изготовители. Написано, что пеленка соответствует ГОСТу, что состоит из 100% хлопка. Я очень довольна. В очередной раз говорю огромное спасибо «Заказ мама». И точно знаю, что воспользуюсь еще и послугами. Всем спасибо за внимание. Сейчас